Всем привет, ребята, вы на канале Мультфикс. И сегодня мы в гостях вот у такого смешного жулика. В общем, жил-был такой друг Ам-Няма. Жулик, ребята, представляете, у Ам-Няма есть еще и вот такие вот друзья-жулики. Ну, в общем, наш жулик искал золото. А ему тут мешают всякие разные чудовища-монстрики. В общем, вот такой вот зеленый вот жулик. И посмотрите, сейчас монстр вылезет и может его скушать. Он, в общем, я не знаю, на чем он тут. О-о-о, вы видели, нас чуть не съели. Тут есть такие цветы, которые могут съедать. А мы, в общем, я не знаю, что это такое, слюни, что ли, что это. Или это, ну, наверное, на какой-то казимике мы вот тут спускаемся по разным лабиринтам и ищем золото. Ну что, первый наше сокровище мы нашли. Сейчас мы вот так подцепимся еще раз и пойдем еще искать сокровища. Какие-то тут звезды, не звезды, они какие-то зеленые. Эй, козюлька, давай спускайся. Ой, что-то как-то сегодня маленькая она. Фу, какая ужасная слизь. Ребята, посмотрите, что это за чудовище оранжевое. О-о, отличненько, мы их обманули. Сейчас мы соберем вот еще одну звездочку. Эй, где золото? Золото где? Где наш сундук? Аккуратненько. Фу, какая гадость тебе. Просто ужасная слизь зеленая. Сейчас мы... Ой, что-то мы... Ого, ничего себе, какая длинная козюлька у нас выросла. О-о. В общем, этот жулик ворует золото. Ходит по лабиринтам и ворует, и ищет тут сундучки. Ага, вот он, сундучок. Йоху! Отличненько, еще золото. Я люблю золото, много-много золота, я очень люблю. Ну что, ребят, переходим в следующий уровень. И здесь у нас, похоже, смотрите, какие-то желтые ящики. Похоже, я так предполагаю, что они какие-то опасные. И давай спускайся. Уай, ничего себе, это что это? О, ребята, посмотрите. Это какие-то обдувалы, что ли. На нас прям дует на этих чудовищ. Звезда, звезда, пожалуйста, возьмись. Отлично. Спускаемся еще ниже. Они ждут, чтобы нас проглотить. Нет, я не хочу к ним пасть. Так, отлично. Сейчас мы вот намотаем сюда свою козельку и начнем спускаться. Уай! Спасите, помогите, мне страшно. Отличненько, ничего себе. И собираем еще один сундучок золота. Ням-ням-ням, я люблю золото. Отлично. Ну что, мы в следующем уровне. Это тут такое прилеплено на стене. И я так предполагаю, что это тоже какая-то опасная слизь. Как же нам добыть эту звезду? О, легкотня. Сейчас мы намотаем свои козюльки и спустимся вниз. Уай. О, ребята, вы видели? Это были шипы. Ага, обманка, обманка. Значит, здесь тоже шипы. Не стоит к ним прикасаться. Вы видели, мы прикоснулись, и они сразу вылезли. Все ясно. Значит, мы можем задевать только розовые квадратики. Еще одна звезда. И спускаемся. Главное, не задеть этот оранжевый квадрат. Очень страшные шипы. Там еще какое-то растение страшное. Сейчас мы вот так спустимся. Ну, такая смешная и интересная игра про друга Ам-Няма. Ой, мы что-то активировали, кажется, мы что-то активировали. А вдруг это бомба, ребята? Ой, как страшно. О, все понятно. Похоже, сейчас появится сундук с золотом. Сейчас мы откроем сокровище. Эй, козюлька, давай, снись еще, пожалуйста. Давай.
Отличненько. Что-то из нас высыпается там странное какое-то. Есть, ребята! И ворота к золоту открыты. Ой-ой-ой, что-то наш друг Амнемон не может поднять крышку. Ну вот, мы в следующем уровне, и нас ждут новые приключения. Ага, сейчас мы зацепим опять свою колененьку и спускаемся вниз. Ого, так вот отлично. Что-то с нами происходит странное, когда мы съедаем звезду. Здесь опасное растение, оно растет, растет, сейчас вырастет монстра. Идем дальше, ребята. Ой, страшно. Так, отличненько. О, ворота открылись. Ну как теперь нам попасть туда? Сейчас мы соберем еще немножечко звездочек. Главное не попасть в лапы ужасным растениям. Сейчас, давай последнюю звездочку. Давай. Ну, какие-то прям странные звезды зеленые. Ой, мы чуть не попались. О-о-о. Есть, ребята, мы прошли этот уровень. Отличненько. Много-много золота опять у нас в кармане. Не понял. Это что это еще за валун там такой лежит? Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Попробуем добыть вон ту звезду. О-о, посмотрите. Тут... Ай, спасите, помогите. Тут еще и закрывается... Все, я поняла. Этот валун открывает нам ход. Ребята, посмотрите, это ворота он открывает. Еще одна звезда. И проходим через слизь. О, какая она гадкая, какая ужасная. Бери-бери. О-о, тут еще какие-то медузы. Ой, спасите. Ай, что вы делаете? Эй, расступитесь. Можно же поаккуратнее тут ползать. А то нас еще съедят из-за этих медуз. Как же мне собрать эту звезду? Идите отсюда, уходите. Уходите. Ай, спасите, помогите, ужасные чудовища. Ай-яй-яй-яй-яй. Фу, поймали. Но это было сложно. И теперь валун, давай катись, открывай нам. Ничего себе, вот это мы замотались. Какой ужас. Ну мы добрались до золота, ребята, отлично. Есть, мы в следующем уровне. Опять эти ужасные медузы, которые нам постоянно мешают. Ну ладно, намотаем. Ну что, куда идем, ребята? Первая звезда, вторая звезда. Теперь нам нужно вон ту звездочку как-то. Главное не попасться в лапы медузам. Так, отлично, тут валун, но почему-то он не двигается. А, вы видели? Что с ней произошло? Она стала звездой, посмотрите. Похоже, она уничтожает все в округе, когда становится злой. О-о-о, еще одна звездочка. Ой, бежим. Что происходит? Как нам открыть эти ворота? Похоже, нам нужно как-то добраться вон до того валуна. Я предполагаю. Сейчас мы обманем эту медузу. И... Сейчас, сейчас, пожалуйста, не трогайте нас, пожалуйста. Ой, боюсь, нам не хватит. Ой, вот это мы замотались. Сейчас надо как-то подвинуть вот этот вот... Ой, как тяжело, пожалуйста. Ой, давай, давай, давай. И... Ой, вот сюда, вот так. Фу, отлично. Ну что, открываем себе ход. Сейчас мы вот немножечко... Туда подойдем, и он сейчас перекатится. Так, отличненько, отличненько. Вот так, давай, открывайся. Эй, ворота, открывайтесь. А, ничего себе, нам еще его надо докатить, да?
до самой двери. Ого, как оно далеко. Все отлично, ворота открываются. Открылись и мы победили, ребята, мы взяли золото, отлично. И мы в следующем уровне. Ну что, что здесь? Ой, какое-то чудище. Посмотрите, какой у него ужасный сиреневый язык. Я уже тебя боюсь. Пожалуйста, не трогай. Что делать дальше? Я предполагаю, что он своим языком может достать до нас, когда... Посмотрите, он приготовился. Фу, какая гадость. Его вырвало. Эй, дружище, не стоило есть столько много конфет. Ой, собираем скорее звезды, иначе сейчас его опять вырвет. Ой, вот так отличненько. Фу. Да это были похожие на конфеты. А может быть, это были оранжевые конфеты? Ой, уходим. Все квадраты активированы. Еще последний остался квадратик. Сейчас его вырвет. Фу, гадость. О, спасибо, дружище. И мы собрали еще одно золото. Смешная игра. Ребята, я думаю, пора заканчивать это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ребят. Пишите комментарии, чтобы не пропустить следующую серию. Всем пока-пока.